На пляже в Черноморке произошел масштабный оползень. На опасном участке нет никаких берегозащитных сооружений, заявили в профильном департаменте. Чтобы укрепить побережье, мэрия планирует разработать проект берегоукрепления. Его реализация обойдется городу почти 80 миллионов гривен. Юлиан Аксенов сегодня побывал на месте оползня. Знаменитая одесская Черноморка из некогда любимого пляжа всех одесситов превращается в настоящую проблемную зону. Недавно здесь снова обрушился склон. Он едва не прихватил с собой забор частного домовладения. Сейчас ограждение зависло над морем и грозит упасть в воду каждую секунду. В зоне риска оказалось сразу несколько участков с жилыми домами. В мэрии говорят, что о проблеме знают. Она вызвана активностью оползневых процессов, высокой влажностью грунта и большими волнами. Остановить медленное сползание части Черноморки в воду могут только у берега укрепительные работы. На теперішній час буде готуватися листа на ім'я заступника відповідного міського голови з проханням розглянути питання щодо виділення коштів. І якщо буде прийнято рішення, то буде розроблено проект, який потрібно буде подальшому реалізувати. Отмечу, що прошлым літом прямо на этом місці уже происходил масштабний обвал. Тогда сообщалось, что под завалами может находиться женщина. Несколько дней здесь работали спасатели, и благо эту информацию не подтвердили. Пока никто не берется прогнозировать дальнейшее поведение склона. Вот только понятно, что очередной обвал – это лишь вопрос времени. Оползень в Черноморке обрушил забор и вплотную подобрался к частному дому. Расстояние до обрыва уже менее 3 метров. Сам же обрушенный участок признали аварийным еще 6 лет назад.